Peace. Здравствуйте на канале Шалим в крипте. Сегодня мы будем солить и зарабатывать в криптовалюте. Поговорим о заработке без вложений, о очень интересной игре. Ква-ква называется данная игрушка. И мы будем там развиваться, покажу суть игры и полностью подробный обзор. Как всегда, ребят, лайк, комментарий, пост, подписка вознаграждается в виде дрончиков. За то, что вы смотрите видеоролик от начала и до конца, пишите комментарий, репост и, конечно же, лайк по данному видеоролику. И отсылайте эти все скриншоты в нужный чат, который есть под каждым видеороликом, и все получают трончики. За каждый ролик, как практика показывает, плачу от 0.8 до 1.3x. Итак, ребят, переходим в наш телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как с вложениями, так и без вложений, аирдропы, дропы, фри-то-плей, плей-торг и многое-многое другое. Все, что есть абсолютно, все самое актуальное, все самое топовое, я стараюсь публиковать в своем телеграм-канале. Благодаря вам у нас уже 4566 подписчиков, мы растем очень быстро, поэтому я думаю, в скором времени мы увидим уже 5000 в телеграм-канале. Итак, ребят, вот такой вот был пост по данному проекту. И что я хочу еще рассказать и что хочу еще добавить. Что все мы помним, что у нас был марафон от 0 до 1000 долларов, и мы уже дошли по марафону до 14 долларов 17 центов. Но так как все клацали ноткоин, и так получилось, что по ноткоину у нас профит тоже очень хороший получился, то у меня получилось плюс 42 доллара. И здесь по марафону мы заработали именно по ноткоину, и точно так же еще заработаем по квак-квак, потому что очень перспективный хороший проект. И в марафоне у нас уже увеличилось, уже, грубо говоря, будет уже около 60 долларов, абсолютно с 0 до 1000 долларов мы уже идем, и у нас уже будет 60 долларов, я думаю, это неплохо. Итак, переходим к данному проекту, он называется Кряк-Кряк, и как мы видим, довольно-таки интересный проект. Сейчас показать вам видеоролик и расскажу немножко о механике. В общем, у нас будут уточки, которые пасутся и несут яички, да. И вот эти вот яички мы будем крутить, одни крутить на второе место, и так, в общем, делать это все по кругу. И таким вот образом мы будем, грубо говоря, улучшать, увеличивать, скажем так, мутацию данных уточек, которые все больше и больше будут стоить на рынке в целом, да. Это показывается видеоролик, как произошла мутация, то есть, грубо говоря, произошло обучение там пришельцев, да, и получилось вот такое вот яичко, в котором уже начали появляться вот такие вот различные уточки, да. Как мы видим, рарность, точно так же покажу вот эту вот маршрутку, которая появляется. И, естественно, она приносит как и различные токены, как и яйца, также и криптовалюту. Абсолютно без вложений можно зарабатывать в данной игре. Итак, нажимаю Start Mining, и, как видим, довольно-таки интересная, классная аватарка. Игрушка мне очень-очень понравилась, потому как происходит такой активный довольно процесс. И здесь зараз появился именно тот лидерборд, с помощью которого мы можем реально продвигаться по количеству именно вот этих вот самых уток. Как видим, появляется вот такая утка, и с помощью которой раньше давали там в районе 500 вот этих вот яичек, сейчас дают в районе 5000. Мы можем, например, просто заклеймить или нажать Claim X2, да, грубо говоря. Если нажимаем Claim X2, то нужно заплатить в сети тон, да. Если, например, просто мы хотим, то, грубо говоря, мы просто нажимаем Claim 3 и все, и мы просто получаем вот эти вот уточки, да. И вот, что хочу еще сказать. Наше количество уточек мы видим в районе 3, и наша задача открывать именно вот эти яичка и смотреть, которые какие есть там именно сами вот эти вот яички, да, грубо говоря. И таким вот образом мы открываем вот hash to 8 и таким макаром крутим просто-напросто по кругу, где пока не выпадет рар. Пока у нас будет выпадать вот эти вот просто-напросто, как видим здесь, common, да, то есть, и таким вот увидим их всего количество 15, и таким вот образом мы все открываем и смотрим, что нам будет выпадать на данный момент. Также у нас есть еще миссии ежедневки, сейчас я постараюсь вам их показать. Вот нажимаем на миссии, нажимаем открыть. И, в общем, ребята, в миссии здесь, как мы видим, нужно подписаться на их канал, вот, на их твиттер и так далее. За это все мы будем, естественно, с вами получать
абсолютно полностью все вот эти именно их токен, да. И таким образом, ребят, мы собираем вот эти вот их токены и будем, естественно, покупать в дальнейшем, можно будет те же самые места на яйца, чтобы можно было. Сейчас я поклею. И, ребят, можно покупать вот эти вот самые места, как я говорил, сюда магазин. И, как видим, есть вот эти вот самые места, и они стоят 20 их вот этих вот токенов. Все, нажали купить, следующее количество это уже 60. И таким вот образом мы стараемся развивать. Так же самое есть, где мы можем именно UFO, именно вот эту вот тарелку приобрести. Она стоит 150 данных токенов. Мы нажимаем, например, 5 минут, и она будет собирать абсолютно тогда, когда нас даже нету, когда мы спим, вот эти вот самые яйца, да, как мы умеем. И таким вот образом мы стараемся чем побольше яичек делать, чем побольше вот этих разных уточек. Открываем чем побольше яиц для того, чтобы мы могли именно фармить именно генетику, да, поэтому. Чем больше легендарка, тем лучше. Итак, ребят, дальше, что у нас здесь есть, это лидерборд. Мы можем увидеть, кого сколько вот этих вот яиц количество есть. И таким вот образом мы стараемся чем побольше прокачиваться, потому что количество, вообще я вам всем рекомендую купить вот это вот за 100 тонн, количество именно, чтобы было побольше мест, именно для этих уток, и таким образом выбираться именно в лидерборд. Или же, например, просто прокачиваться, чем выше у вас яйцо по рарности, тем больше вам по этому дают, и естественно вы больше сможете заработать, потому как здесь это все прописано в их сайте, как мы видим, есть количество, сколько утка, сколько дает именно по очкам. И точно так же вот и яйца, количество вот канонки, да, если есть, и естественно мистики, легендарки и так далее и тому подобное. Не забываем заходить в данную игрушку и постоянно проклассывать, потому что здесь, как вы видели, выскакивает именно большая утка. И когда мы ее классим, бывает, как я опять повторюсь, как и их токен выпадает, как и просто количество яиц, также и просто выпадает криптовалюта тон. Вот, я думаю, вот такой вот заработок довольно-таки неплохой, очень интересный и даст очень хорошо нам заработать. Хорошо нам показал именно сам ноткоин, никто не думал, что если знали, то очень мало людей. Классали сколько могли, ну мы тоже довольно-таки понемножку, но заработали. На данный момент банк увеличился до 60 долларов. Пост я сделаю в телеграм-канале и почитаю общий подсчет, сколько у нас получилось заработать. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Всем пока, всем хорошего профита. Вот такой вот проект Ваква.